Первое правило в расследовании убийства – очертить круг подозреваемых. И здесь важно понять, как относились к жертве родные и близкие. Всем было известно, что НК устанавливал правила, по которым горожане платили дань семье. Но что по поводу этих правил думала сама семья? Большой вопрос. Ходили упорные слухи, что ближний круг жертвы не одобрял установленные НК ограничения. Особо недовольными, как говорят, были родители. Я договорился с отцом и матерью Ника о встрече в кафе. Было раннее утро, небо слегка прояснилось после ночного ненастья, но мои собеседники были мрачнее тучи. Мать жертвы Парла, также известная в городе как «Законодатель», выглядела глубоко потрясенной. По ее словам, НК последние несколько лет был сам не свой. Метался из крайности в крайность. Требовал то изменить размеры поборов, то отменить преференции отдельным горожанам. Законодатель шла навстречу своему ребенку. Я даже подарила ему отдельный закон о налоге на сверхприбыль. Лишь бы мой Ник был счастлив. Но его, похоже, ничего не радовало. Отец жертвы, Кейси, держался более спокойно. Получивший прозвище КС, этот мужчина на шестом десятке считал своего сына импульсивной личностью. Как пояснил Кейси, НК часто увлекался, устанавливал неясные правила сбора платежей. В таких случаях мне приходилось вмешиваться. Давать разъяснение правил. В последнее время это сильно огорчало Ника. Из разговора получилось, что незадолго до своей кончины НК проявлял признаки усталости от жизни. Что это было? Кризис среднего возраста? Депрессия? Ухудшившееся здоровье? Что ж, я знал человека, который мог пролить свет на причины такого состояния НК.